Вот вы в Париже были, вы смотрели телевидение, допустим, там, или в кино ходили в Париже? А, нет, я хотел сходить на новый фильм. Но не сходили. Не сходил, да. Я издалека... Не сходил просто, потому что я с французским, у меня проблем. Странно, ведь в Швейцарии как бы французский да, второй язык, его да? Долго но учил. Вы в каком кантоне жили? Где? Я жил все время в немецкой части, ага. Французский долго учил, но так и не выучил. А, я к чему это? Я захожу. Откуда? Вот я много беседую с кинематографистами, в том числе и западными. Очень разные отношения у людей из цеха наших и западных по отношению к сериалам. Потому что вот у нас сериалы считаются, это что-то такое, ну, второго сорта. А там, ну, там, вы знаете, ну, такие мастера снимали сериалы. И, в общем-то, это считается и большое кино. То есть не что, а как имеет значение. Ваше отношение к сериалам, вы ведь достаточно много снимаете в сериалах. Вы знаете, мне кажется, что, во-первых, уровень производства сериалов, особенно в Америке и в России, это небо и земля, как бы. Это настолько титаническая разница, поэтому... К тому уровню производства сериалов, которые у нас есть сегодня в стране, можно относиться как к чему-то второсортному по отношению к кино. А к тому уровню, как это делают сегодня американцы или Великобритания, я думаю, что, конечно, такое качество можно сравнить с кино, и зачастую оно является и более, ну, как-то интереснее, длиннее, оно дольше держит зрителя. 3 сезона, 4 сезона. Я был удивлен, когда моя бабушка Ириша вместе с моей женой посмотрели все сезоны. Такой есть сериал «Во все тяжкие». Угу. Про профессора, который со студентом продает наркотики. Да, становится да. Ну, там не совсем так, это упрощенно. Ну, упрощенный вариант, но по сути, просто я не вникал, но мне было интересно, почему моя бабушка уже вторую неделю смотрит какую-то историю про профессора, который торгует наркотой. Качество другое, поэтому и отношение разное. Это дело в деньгах, в размере инвестиций или в отношении к материалу? Почему такая разница между уровнями? Вы не задумывались об этом? Вы знаете, я провел вот в этом году, с января, я провел какое-то долгое время в Лос-Анджелесе, посмотрел, как они работают, пообщался с местными. Мне кажется, что это... Совершенно объективная разница в финансировании, во-первых. Во-вторых, в том, насколько ты можешь заработать на продукте. У них ты можешь заработать на продукте, дабы купить любое вложение. У нас нет. И в связи с этим, соответственно, гораздо выше профессиональный уровень участников этого рынка. Что они более высокооплачиваемые, они более профессиональные, у них больший опыт. Я не вижу в этом ничего такого мистического. Это не связано никак с тем, кто сейчас талантливый, кто не талантливый. Просто у них есть рынок, а у нас его... У нас он тоже есть, только он на другом уровне. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».